Офицеру УФСИН отмечают профессиональный праздник и заодно подводят итоги рабочего и трудного 2017-го. В 7 исправительных колониях региона содержится около 6 тысяч человек. Всех нужно накормить, одеть, всем дать работу и по возможности перевоспитать, например, трудом. В системе функционируют швейное и кожгалантерейное производство, налажен выпуск продуктов питания. Производят для собственных нужд и на продажу. Выручка в прошлом году составила 383 миллиона рублей. Осужденных обучают по школьной программе, дают профессию и право получить высшее образование. Тех, кто освобождается из мест лишения свободы и условников, отправляют в центр занятости в надежде, что спецконтингент найдет себя в жизни и в зону больше не вернется. В 2016 году мы занимали 8 место в своей подгруппе из 24 регионов. Сейчас мы занимаем 6. Как бы это говорит о том, что в 2017 году мы отработали гораздо лучше, чем в предшествующем. Кроме того, у нас определенные хорошие позиции по внутрисистемному производству, определенные хорошие позиции по обеспечению правопорядка в учреждениях уголовно-исполнительной системы. И самое главное, недопущено больших резонансных преступлений и побегов.